Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Рад сегодня всех приветствовать. Сегодня у нас новая очередная торговая неделя. Если меня слышно и видите перед собой картинку, просьба поставить плюсики в чате, отметиться, что у нас все в порядке с трансляцией. Ну и будем начинать. Для тех, кто, возможно, первый раз включил нашу трансляцию, обзор аналитический, вкратце повторю план, то, что мы обычно рассматриваем. Рассматриваем мы прошлый торговый день с точки зрения выхода главных новостей, статистика, как она повлияла на наши основные инструменты. Также рассматриваем текущий торговый день, отмечаем основной новостной фон, как он может повлиять также на наши основные инструменты, ищем возможные точки входа и цели по нашим операциям. Так, вот вижу плюсики стоят. Значит, все нормально, все в порядке, есть звук, есть изображение. Ну, давайте тогда начнем. Начнем мы с вами, опять же, по традиции с рынка черного золота. Значит, за прошлый торговый день, то есть у нас была разноправленная динамика показана, то есть в первой половине дня мы видели как раз рост очень хороший, да, то есть обновили среднесрочный максимум, да, то есть ушли как раз к уровню 42.37, и уже во второй половине с открытием американской сессии было оказано давление, ну и соответственно опустились под отметку, то есть уровень 40.97. Вот, то есть сейчас мы находимся в узком диапазоне 40.97-40.50. Вот, ну и эта неделя у нас будет показательная для рынка черного золота. Да, то есть уже многие эксперты ожидают разворота, да, то есть коррекции вниз. Вот, ну, в любом случае посмотрим сегодня, завтра, послезавтра уже ситуация покажет. Вот. Что касаемо статистики, которая у нас была в пятницу, мы об этом с вами говорили, то есть по буровым установкам, согласно последним данным Baker Hughes, количество активных нефтяных буровых установок США несущественно выросло. Отмечено рост всего на одну установку до общего уровня 387 установок. То есть максимальное количество было в октябре 2014 года 1609 установок. Это первый прирост показателя после 12 недель снижения. Вот, в свою очередь, в Канаде количество установок упало до 12 ровно. То есть вот такие были у нас данные, представлены каждую пятницу за прошлую неделю, собственно. Вот, то есть небольшое давление было, то есть на сегодняшний момент у нас идет консолидация у верхней границы 40.97. Вот, ну и будем ждать уже отчетного движения, то есть коррекции прежде всего для уже возможности зайти в сделку, да, то есть на продажу, то есть ждем пробития границы 40.50, и отсюда уже можно принимать решение о продаже. То есть пока, в принципе, у нас видится флэт, особого движения нету, поэтому ждем. Ну и прежде всего ждем открытия Америки, где уже, конечно, динамика будет гораздо выше. Ну и плюс, как обычно, у нас первая половина дня, да, то есть утро, ну и понедельник, плюс к тому же рынок находится в достаточно спокойном состоянии. Далее, золото. Значит, золото у нас прошлый торговый день была показана отрицательная динамика, то есть находились мы в диапазоне 1263.52, то есть это, соответственно, уровень сопротивления был для цены. После этого, то есть был тест некоторое время данного уровня и, соответственно, отскок до цели 1250-66. Вот, на сегодняшний момент золото продолжает снижаться, то есть, ну и здесь уже, собственно, есть уже возможность, да, для среднесрочных движений, да, то есть разворота золота уже
вниз. Вот, то есть у меня сейчас открыта позиция, с утра открывал я ее на продажу. Вот, находится она в небольшом плюсе. Вот, попробую ее подержать подольше до конца. То есть у меня уже, собственно, есть безубыток по данной сделке, да, то есть уже стоп-лосс переставлен на цену открытия, поэтому буду ожидать. Сейчас идет, скажем, небольшой откат, коррекция, а после такого вот хорошего сильного движения. Вот, была у меня, конечно, идея открыться здесь вот наверху, что коррекцию я небольшую ожидал на продажу, да, чтобы, ну, скажем, возможность для максимизации прибыли была, да, то есть, ну, вот как-то что-то пропустил я этот момент, вот, ну и, собственно говоря, сейчас буду ждать уже движение по тренду, так называемому, да, то есть сейчас у нас на часовике, если смотреть, да, то есть наблюдается зарождение нового тренда нисходящего. Вот, сейчас будем смотреть, наблюдать, то сегодня еще у нас только-только день начинается, то есть открытие Америки также, думаю, будет оказано давление на данный актив. То есть, ну, пока, то есть сейчас приоритеты со временем у нас меняются, да, прошлая неделя, соответственно, позапрошлая неделя у нас с вами приоритет по золоту был именно на покупку, так как у нас тренд был общий восходящий, да, то есть общая картина, видите. Вот сейчас происходит уже коррекция, да, то есть, ну, коррекцию уже многие, я думаю, многие из вас ожидали. Вот, собственно, ну, я ее ожидал. Вот сейчас, на этой неделе, эта неделя будет уже показательной для того, чтобы действительно увидеть эту коррекцию, да, именно среднесрочную коррекцию вниз. Вот, поэтому будем ждать. Ну и очень важный момент будет, да, уже когда действительно будет ну, ясно на 100%, что пошел разворот, то есть когда у нас цена дойдет до уровня 1216,93 и, соответственно, будет пробитие данного уровня, уйдет к уровню 1203, то есть здесь уже будет ясно, что есть у нас разворот, да, то есть разворот тренда, и здесь уже можно будет действительно торговать именно в средний срок по золоту. Вот очень важный момент, когда у нас вершины, вернее, минимум, да, то есть локальный, который сформировался у нас 15 числа, то есть если у нас следующий минимум, то есть он может быть уже даже сегодня, да, сформирован ниже уровня линии, да, то есть 15 числа, либо, соответственно, это может быть там завтра, послезавтра, но в любом случае, если у нас следующий минимум формируется на дневке, да, то есть ниже предыдущего, то, собственно, это есть разворот, да, то есть, ну и здесь уже у нас с вами сразу же приоритеты меняются, ну и будем действовать с вами от продаж по данному ресурсу. Поэтому пока, собственно, ждем движений, и что касаемо, опять же, ближайших, да, то есть возможных операций, ну тут, скажем так, что касаемо захода, да, в принципе, сейчас нужно ждать небольшой коррекции наверх, да, то есть, ну и после коррекции движение вниз, то есть можно будет открыть продажу, извините, до уровня 1237,07. Тут, в принципе, ну, неплохая, думаю, будет продажа. Вот, то есть можно будет, кто торгует по золоту, кому интересен данный актив, вот можете открыться. Так, далее. Доллар-рубль. Значит, доллар-рубль у нас в первой половине дня, видим, да, то есть было укрепление, ну, в связи, опять же, с ростом рынка черного золота уже во второй половине дня с открытием Америки. То есть здесь, опять же, уже было давление. Вот, ну и также разноправленная динамика. Сейчас у нас, скажем, ну, остановились мы на отметке 68,70.
31, да, то есть у практически уровня 69 стоим. Вот сегодня осталось буквально пару-тройку минут, да, то есть откроется наш рынок, посмотрим, возможно, ожидать небольшой гэп наверх, да, то есть как раз открытие под отметкой 69 ровно. Вот, ну, сегодня посмотрим обязательно корреляцию, смотрим с рынком черного золота, если у нас давление пойдет на рынок черного золота, ну и, соответственно, доллар-рубль, также мы увидим откат, коррекцию, коррекционное движение наверх, ну и, собственно, пробитие зоны 69 ровно. Здесь уже, собственно, можно будет совершать покупки короткие с целью 69-78, ну и после возможного пробития, да, то есть уровня 69-78, собственно, здесь также покупки до уровня 71-30, ну и обязательно смотрим на черное золото, что у нас происходит. Дальше уже действовать. Далее, евро-доллар, начнем, да, то есть, ну и в принципе, что касаемо самого доллара у нас в пятницу, да, то есть была, скажем, смешанная статистика, вот, ну и прежде всего эта статистика немного ослабила доллар против основных валют. Вот. Ну и после выхода очень слабых данных по потребительским настроениям. Вот. Предварительные результаты уже исследований, представленные Мичиганским институтом, показали, что в марте американские потребители чувствовали себя более пессимистично в отношении экономики, чем в прошлом месяце. Согласно данным, уже в этом месяце индекс потребительских настроений снизился до 90 пунктов по сравнению с окончательным чтением за февраль 91,7 пункта. Вот, последнее значение было минимальным с октября 2015 года. И согласно уже средним оценкам экспертов, индекс должен был вырасти до значения 92,2 пункта. Вот, также данный индекс представляет собой результаты опроса потребителей на предмет уверенности в текущей экономической ситуации. Вот. И в опросе участвовало около 500 уже респондентов. С помощью данного отчета выясняется желание потребителей тратить свои деньги. Вот, индекс является опережающим индикатором потребительского настроения. Снижение настроений в основном было зафиксировано среди домохозяйств с низким уровнем доходов из-за повышения стоимости бензина. Респонденты ожидают, что в ближайшие уже 5 лет бензин подорожает примерно на 1 доллар за галлон, что почти в 2 раза выше, чем прогнозировалось в январе месяце. Давление, соответственно, данный показатель, да, то есть оказал на американскую валюту. Вот. Уже недавние отчеты показали, что ценовое давление начинает улучшаться. И базовый индекс потребительских цен, который уже исключает продукты питания и топлива, вырос в феврале на 2,3% годовых. Максимум составил с мая 2012 года. Вот. Что касаемо евро, то, соответственно, евро подешевел у нас, то есть опустился ниже нашего уровня 1.13, да, то есть под отметку данную. Ну и, собственно, давление на евро оказали заявления представителей ЕЦБ, которые убедили инвесторов, что ЕЦБ не исчерпал арсенал инструментов для регулирования денежно-кредитной политики. Процентные ставки в еврозоне еще не достигли своего нижнего предела. Снижение ставки все еще остается частью арсенала Европейского центрального банка, сказал член исполнительного совета ЕЦБ Питер Прет. Он добавил, что если негативные шоки ухудшат прогноз или если условия финансирование не скорректируется в нужном направлении, в той степени, которая необходима для стимулирования экономики и инфляции, а снижение ставки продолжит оставаться частью арсенала ЕЦБ. Кроме того, политик уделил внимание
теме покупки корпоративных облигаций. То есть мы будем покупать ценные бумаги компаний, которые имеют инвестиционный рейтинг. Но мы не хотим влиять на относительные цены. Если цена некоторых облигаций будет расти, инвесторы будут покупать облигации, которые не находятся в нашем портфеле. Таким образом, эффект наших покупок будет распространяться и рынок будет продолжать работать, пояснил сам политик. Также незначительное влияние оказала статистика по еврозоне. В Евростат сообщили, что уровень вакантных рабочих мест в еврозоне составил 1,6% в четвертом квартале 2015 года, что оказалось немного выше, чем в предыдущем квартале. Это 1,5%. Тем временем уровень вакансий среди стран Европейского Союза составил 1,7% в четвертом квартале 2015 года по сравнению со значением 1,6% в предыдущем квартале. Предыдущий отчет показал, что в четвертом квартале почасовые затраты на рабочую силу выросли на 1,3% годовых в еврозоне и на 1,9% годовых среди 28 стран ЕС. Напомню, что в третьем квартале было зафиксировано повышение на 1,1% и на 1,9% соответственно. Вот. Также в еврозоне почасовая оплата труда и заработная плата выросли на 1,5% годовых, в то время как затраты, уже не связанные с заработной платой, повысились на 0,7% годовых. В ЕС уже почасовая оплата труда и заработная плата выросла на 2%, а затраты, уже не связанные с заработной платой, повысились на 1,4%. То есть вот такая у нас была статистика, новостной фон по евро, соответственно, да, и доллару в целом. Ну и что касаемо технической картины, то есть сейчас евро находится в диапазоне уровень 1.13 и, соответственно, 1.12 движение. Вот сегодня посмотрим, то есть пока здесь наблюдается, видите, да, скопление, да, возможно, это есть, соответственно, промежуточная граница, да, то есть будущая, скажем, цель для евро-доллара. Вот пока посмотрим, еще сегодня эта неделя будет уже, собственно, показателем, да, вот именно для этой границы, пока я ее еще не отметил, потому что рановато. Вот, и уже завтра, послезавтра посмотрим, если у нас будет накопление в этой границе, в этой зоне, да, то здесь мы уже отметим с вами промежуточную цель, да, границу. Вот, но пока, то есть на сегодняшний момент, если смотреть, да, то есть пара немного опустилась вниз, да, то есть небольшое давление на евро оказывается. Ну и сегодня уже дальше посмотрим, то есть если мы опустимся уже ниже вот этой вот зоны, да, вниз пойдем, то, соответственно, здесь будет возможность для продаж, собственно, для продаж к уровню уже 1.12. Вот сейчас видим, евро маленько задвигался, зашевелился. Вот, собственно, главный момент — нужно дождаться американской сессии, и уже на Америке будет хорошая возможность. То есть мы увидим, во-первых, настроение крупных участников в отношении американского доллара, да, то есть, ну и дальше уже можно будет действовать, если мы увидим укрепление американского доллара на сегодня, что вполне вероятно, в принципе, я как раз сегодня больше ожидаю как раз именно укрепления доллара, вот, и, соответственно, увидим снижение, ну и уже после этого можно будет действовать, вот, плюс еще сегодня как раз уже на дневном нашем обзоре посмотрим эту вероятность, да, то есть мы увидим, что будет продолжение нашего движения вниз, да, то есть здесь уже будет вероятность хорошая для открытия продаж, вот, с целью до уровня 1.12 по евро. Далее, что касаемо фунта, вот, фунт, соответственно, у нас за прошлый торговый день, да, то есть в целом была показана разноправленная динамика, да, то есть в первой половине сначала было давление фунта, потом, соответственно, рост, да, то есть было образование нового максимума, да, который был выше предыдущего
Ну и дальше, соответственно, коррекция сейчас, то есть эта коррекция сегодня она продолжилась вниз, и сейчас, то есть мы находимся у уровня 1.4406 ровно. Вот у меня, собственно, открыта позиция на продажу как раз после пробития зоны 1.4443, ну и с целью к уровню 1.4385. Вот сейчас мы видим, идет небольшая коррекция по фунту. Вот будем дальше смотреть, наблюдать. Вот, ну и собственно говоря, ожидаю сегодня давление, да, то есть давление на британский фунт, движение вниз. Ну и собственно дальше, что касаемо продаж, да, следующих продаж очень неплохих, то соответственно нужно ждать опять же пробития зоны 1.4385, продажа собственно до уровня 1.4349. Вот, и дальше уже, если будет пробита зона 1.4349, также собственно продажа до уровня 1.4275, движение сюда, в эту зону. То есть будем смотреть. Собственно, пока ничего не делаем особо, ждем движения. Так, далее, канадец. Значит, что касаемо канадца, значит, канадец потихоньку идет на коррекцию, да, то есть движение наверх. В целом, если посмотреть за пятницу, у нас разноправленная динамика была, опять же. Ну и у нас были стат-данные, выходили в пятницу, мы как раз их отмечали. Вот, значит, что касаемо стат-данных, то есть объем розничных продаж в Канаде заметно увеличился по итогам января месяца, превысив уже оценки аналитиков, что было вызвано повышением покупок транспортных средств и восстановлением уже в ряде секторов, которые фиксировали спад в конце прошлого года. Вот, что позволило как раз канадцу укрепиться. Ну и у меня там по Канаде как раз, по канадскому доллару была открыта сделка на продажу. Вот она у меня, собственно, закрылась в пятницу. Вот. Ну и дальше потом уже после закрытия пошла пара наверх. Да, то есть было давление уже на канадский доллар. Вот, значит, что касаемо продаж розничных, то есть уже статистическое управление Канады, да, то есть уже согласно данным в январе розничные продажи выросли на 2,1%, превысив ожидания аналитиков на уровне 0,6%. И без учета автомобильного сектора продажи поднялись на 1,2%, в то время как общие объемы продаж увеличились на 2,1%. Эксперты прогнозировали, что продажи без учета автомобилей вырастут на 0,4%. Но также продажи автомобилей и запчастей увеличились на 4,8%, уже зафиксировав третий прирост за 4 месяца, чему в основном помогло повышение продаж новых автомобилей. Кроме того, стало известно, что продажи в магазинах общих товаров подскочили на 4,9%, в то время как покупки одежды выросли на 1,2%. Расходы выросли на 8% из 10 провинций, да, в том числе и Онтарио, и в Квебеке. Но продажи уже в нефтяной провинции Альберта понизились на 0,2%, уже продемонстрировав четвертое снижение за последние 5 месяцев, поскольку более высокие продажи новых автомобилей были компенсированы снижением продаж на автозаправочных станциях. Вот. Ну и также, соответственно, была у нас статистика по индексу потребительских цен, ИПЦ, то есть было показано снижение по, собственно, всем показателям. Вот. Что касаемо индекса потребительских цен, да, по году, фактическое значение, то есть он упал на 1,4%, уже по сравнению с прошлым периодом в 2%, и прогнозов аналитика также 2%.
Вот. Также базовый индекс потребительских цен за февраль месяц упал на 0,2% значение. Соответственно, прогноз от аналитиков-специалистов был на уровне 0,4%. Вот. Ну и, соответственно, базовый индекс потребительских цен по году составил 1,9% по сравнению с прошлым периодом в 2% ровно и с, также прогнозом, который составил 2%. Вот. И, соответственно, эти данные оказали давление на канадский доллар сам. Ну и, соответственно, после этого уже увидели разворот движения наверх. Вот на текущий момент, собственно, пара находится у границы 1.3065. То есть у меня открыта покупка, соответственно, с целью 1.3140 движения, да, то есть вблизи уровня 1.3174. На покупку, то есть ожидаю дальнейшего укрепления, дальнейшего роста. Вот, ну и если смотреть общую картину, конечно же, то есть здесь уже давно пора ожидать хорошего движения наверх, да, коррекции. Потому что, конечно же, давление канадца, да, то есть на американский доллар, то есть, в принципе, было неожиданно, и причем долгое время это было, да, то есть с января месяца и по практически по апрель, да, то есть мы видели очень хорошее движение вниз. Вот, и сейчас нужно ждать коррекцию, среднесрочную коррекцию наверх, ну и не забываем все равно смотреть параллельно на рынок черного золота, да, то есть тоже корреляция, потому что, конечно, канадец у нас является сырьевой нефтяной валютой, вот, поэтому смотрим все равно с оглядкой, несмотря на то, что нужно ждать коррекцию, да, и, возможно, эта коррекция началась, она продолжится. То есть будем смотреть, ожидать. Ну и что касаемо покупок дальнейших, да, то есть, в принципе, здесь очень хорошие покупки будут после пробития границы 1.3093. То есть 1.3093, 1.31, соответственно, здесь уже можно будет спокойно покупать под отметку 1.3174. Вот, пока будем смотреть, ожидать. Вот, консолидируемся мы в зону 1.3065 движения. Далее по доллар-иене. Доллар-иена у нас находится в узком диапазоне движения, да, то есть, ну, можно сказать, без какой-либо особой направленности. В пятницу динамика была очень низкая, да, то есть разноправленное движение, можно сказать, что в целом был флэт. В пятницу, сегодня тоже особо без движения, ну, вот, ну и сегодня у нас праздник в Японии, день весеннего равноденствия, поэтому особых движений пока у нас нету. Будем ждать Америку, открытие, где уже, возможно, оказано будет давление на эту пару, ну и, соответственно, движение уже к верхним границам. То есть сейчас мы пока находимся в диапазоне, также мы с вами его отмечали, уровень 110.71, это, соответственно, поддержка, и 112.30 сопротивление. Ну и что касаемо покупок, ждем, собственно, пробития зоны 112.30. Это будут очень хорошие покупки. Ну и здесь уже можно будет для себя ставить хорошие цели 113.57 и, соответственно, выше. Вот, поэтому ждем, ожидаем, пока особо здесь у нас, ну, никаких возможностей для сделок нету по данной валютной паре. Далее, франк. Вот, франк у нас также по-прежнему находится внутри диапазона, мы его с вами отмечали на прошлой неделе. Соответственно, это у нас уровень 0.9659, поддержка, ну и также уровень 0.9706. сопротивление. То есть сейчас у нас пара подошла к этой отметке, да, снова. То есть в этом диапазоне здесь у нас получается сколько, ну, 44 пункта.
Вот, конечно же, торговать в таком узком диапазоне очень сложно, но все равно можно, то есть короткие сделки там с целью 20 пунктов можно спокойно осуществлять. Ну, кому, конечно, интересно, да, именно вот, короткие сделки, да, то есть по небольшому количеству, да, там пунктов, 10-20 пунктов можно в таком диапазоне спокойно работать. Вот. Но у тех, у кого цель поболее, да, то есть тут уже нужно ждать выхода из данного диапазона. Ну и прежде всего, как мы с вами уже говорили, пробитие зоны 0.9719. Уже после этого можно будет думать о покупках, собственно, ну и покупки уже здесь для себя цель можно ставить, да, то есть в районе 100 пунктов до уровня 0.9812. Вот, то есть будем смотреть, думаю, сегодня, завтра уже у нас появится такая возможность, может быть, даже и сегодня сейчас будет активное движение наверх. Вот, ждем пробития и дальше уже будем действовать, собственно, по доллар-франку. То есть, ну и в любом случае здесь уже нужно ждать эту коррекцию. Вот мы видим, то есть вот этот уровень 0.9659. То есть это очень неплохая поддержка. Неплохая поддержка для цены. То есть, ну и ждем, собственно, разворота, движения наверх. Далее, по Австралии. Австралийский доллар. У нас за пятницу было нисходящее движение, давление, да, со стороны американца на австралийский доллар. Ну и сейчас, пока мы находимся у нижней границы уровня 0.7558, пока ничего не делаем, собственно. Что касаемо возможных операций, то если будет дальнейшее движение пары вниз, да, то есть разворот, пробитие, ждем пробития зоны 0.7558, и отсюда уже можно будет действовать с продажами. Вот, то есть пока у нас точки входа здесь нету, вот, будем смотреть, ожидать. Ну и в целом, пока у нас пара находится в диапазоне, уровень 0.7558 и 0.7701, собственно, движение. Вот, и дальше движем, то есть пока в целом у нас есть восходящее движение. Что касаемо дальнейшего движения и вообще смены самого тренда среднесрочного, да, то есть здесь нужно ждать пробитие уровня 0.7443 и образование на 4 часовке нового локального минимума, который будет ниже, чем предыдущий. Предыдущий у нас был сформирован 16 числа. Вот, то есть, и, соответственно, если у нас следующий на 4 часовке минимум будет сформирован ниже предыдущего, то мы можем уже сказать, что у нас есть смена тренда. Вот. Но пока тут еще рано говорить, в принципе, о смене трендов, что общее направление пока у нас соблюдается, тренд у нас восходящий, коррекция у нас есть внутри тренда, да, то есть, ну и здесь возможно, да, то есть сейчас можем, собственно, развернуться, да, то есть развернуться, пойти наверх. Вот, ну, будем смотреть, ожидать, ну и уже, думаю, американская сессия нам покажет уже вечером по австралийцу с долларом. Вот, что касаемо новозеландца, новозеландец с долларом, здесь у нас тоже пока есть коррекционное движение вниз, да, то есть также давление, находимся мы внутри диапазона уровня 0.6735, это поддержка, ну и 0.6780, это сопротивление. Вот, то есть здесь так же, как и с австралийцем, что касаемо возможных продаж, да, то есть ждем пробития уже границы 0.6735, движение вниз, уже дальше продажи с целью 66.71 уровня сюда. Вот, поэтому пока тоже здесь ничего не делаем, ожидаем,
Вот. На текущий момент, пока пара находится во флете, особого движения у нас нету. Вот. Ну и дальше уже со временем посмотрим. То есть сегодня уже также, если будет активный рост, восстановление по тренду наверх. Здесь ждем пробития зоны 0.6780 с целью покупок коротких до уровня 0.6821. Вот, то есть мы пока ничего не делаем, ждем. Так, давайте теперь взглянем, что у нас ожидается сегодня по новостям. Так, 21 число. Так, платежный баланс с учетом сезонных колебаний, без учета сезонных колебаний. Здесь смотрим цифра 26,3. С учетом сезонных колебаний, если у нас уже фактическая величина выйдет лучше прогноза, выше, да, то есть это будет положительный эффект для евро. Так, ежемесячный отчет от Бундесбанка. Далее 14.00 отчет по изменению объема промышленных заказов Великобритании. Так, далее индекс национальной активности чикагского ФРС. Здесь 15.30. Прогнозной величины у нас нету, есть только прошлый период. Фактическая величина 0.28. Вот, поэтому здесь прокомментировать нам с вами ничего пока не удастся. Посмотрим, может быть, в течение дня прогнозную величину здесь выставят. Также уровень делового, уровень доверия потребителей, да, то есть здесь 18.00 по еврозоне, минус 18, минус 8 и 15, да, то есть и прошлая величина минус 8 и 8. Вот здесь мы видим небольшое укрепление, да, то есть рост потребителей, уверенность. И если мы действительно увидим, что фактическая величина будет лучше прогнозной, да, то есть это будет положительный эффект, опять же, для валюты евро. Вот. Ну и также сегодня нужно будет посмотреть 19.40 выступление представителя ФРС США Денниса Локхарда. Также сегодня еще, по-моему, выступает не только Локхард, а еще и Буллард выступает, да, также Буллард, он выступает чуть ранее, в 18.30, но здесь этого события нету. Посмотрите на другом источнике, FX Team календарь, там они прям подряд идут события, ну и думаю, от уже высказываний данных представителей ФРС США, то есть уже будет реакция. Соответственно, 18.30 выступление Булларда и 19.40 выступление уже Локхарда. То есть будем смотреть. Ну и уже ночью у нас индекс цен на жилье по Австралии. Здесь мы видим значение 0 за квартал 4 2015 года. По году цифры пока нету. Собственно, за четвертый квартал мы здесь видим значение ниже, да, то есть хуже предыдущего. Ну и, соответственно, по ожиданиям будет оказано давление, давление на австралийскую валюту. Также выступление заместителя главы Резервного банка Австралии. И, соответственно, выступление самого главы Глена Стивенса. Уже 8.30, уже ну, утром будет. Тоже посмотрим, какие будут движения, ну и какая реакция у участников. Так, ну, собственно, сегодня особо у нас новостного фона немного, да, то есть именно тех новостей, которые действительно могут дать нам динамику. Вот, прежде всего, что касаемо американской сессии, фокус американского, то есть самое главное, смотрим выступление в 18.30 и в 19.40. Вот. Что касаемо Европы, то есть смотрим платежный баланс в 12.00 и в 14.00 изменение объема промышленных заказов по Британии. Все, то есть это у нас
основной фон, на который нужно будет обратить внимание, посмотреть ожидания, какие. Так, ну и что, значит, на текущий момент, в принципе, у меня все, что я вам хотел рассказать, показать. Ну и встречаемся уже с вами в 14:30, чуть позже. Вот, рассмотрим, появились ли у нас точки входа, да, еще. Посмотрим, какие у нас ожидания дальнейшие, оправдались ли они, и, ну и посмотрим, промониторим сделки, которые уже открыты. Все, на текущую неделю вам хочу пожелать хорошего настроя, да, прибыльных вам сделок побольше, профита, ну и на текущий день хорошего дня, хорошего вечера, хорошего настроения. Всем спасибо, всего доброго и до новых встреч.